Утренний туман тихонько уходит туда, куда ему надо. Великий мастер приходит туда, где его не ждут. Приветствую вас, уничтожающие талию конфетки! С вами Федорович, а в этом видео вы увидите величайшего и могущественного мастера-бородача, который, сам того не подозревая, раскрыл нам все свои невероятные секреты. И после этого видео вы, познав вселенскую силу любви, сможете уничтожать всех, кого захотите. Но для начала нужно подключиться к потокам невероятной энергии в этой реальности. Осознать, что сейчас происходит, может только истинный седобородый мастер, ну или истинный диванный боец, который продавил пружины уже далеко не одного дивана, беспощадно уничтожая ни в чем не повинные печеньки с чаем, наработав себе стальной и непробиваемый иммунитет круглообразного стального пуза. Как говорится, не спи на лекции, а то проснешься в армии, а вам вообще не стоит спать. Ибо можете так и не проснуться. Может, кому-то из неопытных бойцов могло показаться, что мастер просто так гоняет мух, но на самом деле он подключается к невероятным и супермощным земным стихиям. Возможно, кому-то показалось, что я случайно убил парочку человек, делая эти движения. Но на самом деле я подключился к вселенской энергии. Мы подсоединяемся к воде и воздуху. Они создают энергию. Силат — это не просто форма, это движение энергии. Вот, например, такой. Руку, которая дарит подарки, никто не отрезает, а мастера, который щедро раскрывает свои секреты и делится знаниями, мы осуждать и оскорблять не можем. Если кому-то из вас может быть, чисто случайно показалось, что движения мастера похожи на какой-то замысловатый танец алка-ниндзи субботним вечером, то очень зря. Ведь для того, чтобы понять, это боевое искусство или не боевое, вам нужно будет в темной подворотне вызвать парочку гопников-отморозков на бой и использовать этот стиль против них. Но вы наверняка сыканете. Поэтому вместо того, чтобы осуждать и смеяться, смотрите и впитывайте знания мастера, когда он уничтожает учеников. Когда вы так двигаетесь, вы качаете энергию, как идущий в пустыне осел. Когда осел говорит «иа-иа», он правильно распределяет дыхание, и поэтому он такой выносливый. А вот это уже интересно. Я, конечно, знаю, что в кунг-фу используют различные стили и направления, связанные с животными, но вот про стиль осла я слышу впервые. Ну, конечно, дыня растет лежа, а для того, чтобы освоить этот невероятно мощный стиль, вам нужно будет встать с дивана. Как мне не жаль. На самом деле эти движения очень эффективны в бою. Вот как мы можем управлять энергией в бою. Ведь силат – это боевое искусство, которое исповедует любовь. Вы не должны применять насилие к противнику, только любовь. Вы должны драться сердцем, излучая энергию любви. Это как вы чувствуете, когда вы делаете силат, как Салат, с Зикр.
Вообще-то мы можем даже убить соперника, но при этом испытывая любовь. Сначала мы должны проявить уважение. Это базовые блоки. Когда Бог закрывает одну дверь, Он открывает 1000 других. А если мастеру нанести один удар, он придумает 1000 приемов. Главное, чтобы ученик делал это медленно и замирал после каждого удара. Я понимаю ваш восторг и восхищение, ведь ваши сердца наверняка полны любви. А значит, всем местным гопникам и алкашам вы принесете смерть на крыльях любви. Это может выглядеть очень опасным, но во мне нет ненависти. Я ломаю человека легко и с любовью. Мы деремся, как будто срываем с дерева фрукт. Вот он висит и упал. А человек поднимает его с земли. Это гармония Вселенной. Даже не пытайтесь понять, что вы только что услышали. Даже я, человек, познавший всю суть бытия и создание этого мироздания через понимание неестественных законов Вселенной, который принимает всю энергию Вселенной и чувствует малейшее колыхание потоков, которые даже мимолетно касаются паутинки в дремучем лесу, который просто одним взглядом может понять и осознать грустный и нежный взгляд лягушки в золотистом болоте, которая созерцает прекрасную луну, ни хрена не понял, при чем тут фрукт к смерти и убийству человека. Когда вы поймете эти движения, вы перестанете думать. Вы начнете драться сердцем. Ведь случиться может все, что угодно. Когда вы думаете, вы начинаете тормозить и задумываться над тем, что я должен сделать. А когда вы деретесь с помощью сердца, вы просто делаете то, что нужно. Вот здесь я с мастером полностью согласен. В бою нужно действовать интуитивно. Вот только в спорте это называется мышечной памятью. Именно для этого каждый удар, прием, комбинации, связки, защиты отрабатываются сотни раз на тренировках. Для того, чтобы в бою боец не думал о том, что ему делать, а действовал интуитивно, на чувствах. Вот это да! Вот это мастер-красавчик. Вот только то, что показывает мастер со своим учеником, больше похоже на технику великого и санцеликого чхарька, который на ходу придумывает 1000 приемов от каждого удара. Главное, чтобы ученик это делал медленно, а учитель успевал на это все реагировать и ломать как хотел. Ну что ж, смотрим дальше, что нам покажут эти любвеобильные ласточки. Главная фишка моей техники в том, что ученик все делает медленно и плавно, а я выполняю все приемы резко и быстро, когда он останавливается и ждет от меня приема. Именно это позволяет мне придумывать всю технику силата в стиле осла по ходу дела и казаться непобедимым мастером. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях.
А в комментах напишите, вы уничтожаете бутерброды с любовью или как беспощадный варвар? А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Да. Квадрат одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключицы, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Аджан! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успеваете, это убит.